жалобы по задержанию и по продлению меры пресечения до 26 октября 2019 года. По обоим жалобам итог отказали нам. Ну, собственно говоря, мы не рассчитывали на другое, наверное. Почему? Потому что видели, каким образом проходило слушание. И вы видели, что назначено было в Бишкекском городском суде, проведено по факту, опять же, здание ГКНБ. И причем проведено теперь уже официально в закрытом режиме. Не в открытом, как положено и как предусматривает уголовное процессуальное, а в закрытом режиме. Наши доводы, которые мы привели по этим двум жалобам, по факту задержания 7-8, операции 7-8 августа проводимой по задержанию, и по продлению меры пресечения до 26 октября, наши доводы судом абсолютно не учтены, то есть на них не даны ответы. Просто цитата такая, что жалоба не подлежит удовлетворению.